на своем веку, красавица и куку, счастливому блинку, пока-пока покачивая, перьями на шляпах, судьбе не расщепнем сегодня. Красавица и куку, счастливому блинку, пока-пока покачивая перьями на шляпах судьбе. Приветствую, друзья, вас на канале «Голоса Сибири». Я приехал в Новосибирск. Сегодня будет небольшой экскурс. Приехал к Юрию Володину на музыкальную шкатулку. А главный еще вопрос в детско-юношескую областную библиотеку. Мы от нашей семьи передадим сегодня книгу о Владимире Высоцком на французском языке. Вот. И я покажу вам, где центр России сегодня. Будет небольшая экскурсия по Новосибирску. Вот. А сейчас потихоньку бегу на музыкальную шкатулку. Поезда, слушайте, гудят, свистят рельсами. Вот. А после музыкальной шкатулки в областную библиотеку детско-юношескую. Ставьте лайк, подписывайтесь. Все у нас впереди. Сибирское солнце. Сибирское солнышко как светит. Дымка стоит. Туманчик. Мороз, потому что. Вот вокзал. Сейчас покажу привокзальную площадь. Вот вышли на привокзалку. Привокзальная площадь Новосибирска. Но ничего здесь сверхъестественного нет. Но говорят, что Новосибирский вокзал самый красивый. Все, кто был, говорят, что Новосибирский вокзал самый красивый. Вот, поэтому я сам боюсь судить. Не хочу быть куликом, который свое болото хвалит. Ну вот, раньше была гостиница «Новосибирск». Раньше это было самое большое здание в Новосибирске когда-то. Ну, конечно, сейчас много новостроек, что перегнало по высоте нашу гостиницу «Новосибирск». Вот. Ярмарка какая-то. Вот он, Новосибирский вокзал. Красавец. Красавец. Ну что, я побежал на музыкальную шкатулку. И потом бегу показывать вам центр России. Вот библиотека, музей Литвинова Николая Павловича. Это библиотека-музей. Смотрите, отдел поэзии. Смотрите, какие старые столы. Ретро. Транзистор. Машинка печатная. Телефон. Android. Красота. Это библиотека-музей. Здесь я сейчас буду настраивать гитару. Я сегодня в музыкальной шкатулке буду что-нибудь спеть. А потом пойду центр вам показывать. Немножко ноги тоже пролюбуют. Это 2000-й год.
как красиво сыграл ты роль. И как глупо я верил в любовь, и носил на руках и цветы, и мечты вновь. И рождались стихи для тебя, и рождалась мелодия к ним, из-под ног убегала земля, когда был твоим. Но я ухожу, оставляю кусок от сердца своего. Я ухожу, благословляя, не желая всего-всего. Я ухожу, не ожидая от этой жизни ничего. Я ухожу тебя, теряя, и не теряя ничего. Я хотел насладиться тобой, я мечтал тебя выпить до дна. Каждый миг, каждый час твои губы сводили с ума. Но вчера ты сказала прости, не звала я тебя в свою жизнь. Ты ворвался в нее, словно вихрь, вот теперь и крепись. Но я ухожу и оставляю кусок от сердца своего. И я ухожу, благословляя и не желая всего всего. И я ухожу, не ожидая от этой жизни ничего. Я ухожу тебя, теряя, и не теряя ничего. Как красиво сыграл ты роль. Ну еще одну маме. Ну вот, подхожу я к площади Ленина, скоро вам покажу, где центр России. Сейчас покажу площадь Ленина, театр. Впереди вон театр оперный. Вот он. Это площадь Ленина. Метро площадь Ленина. Облпотребсоюз бывший. Вот это здание большое. Большое здание Облпотребсоюз бывший. Не знаю, слышно меня там, нет? Хочется записать, чтобы слышно было. Вот площадь Ленина. Самая центральная площадь нашего города. Здесь проходят все мероприятия. На Новый год елка стоит, на День Победы парады здесь идут. В общем, вот это площадь Ленина. Сейчас будем музей проходить. Покажу музей. Центральный банк. Это вот наш монетный двор. В курсе? Молодец. Да. Видите, монетный двор. Девчонки, передайте привет Санкт-Петербургу. Привет Санкт-Петербургу! Раньше это назывался Центральный кабак. Раньше. Сейчас я не знаю, что здесь. Вот там музей. Идем к нему. Вот оно здание. Основан вот так. 1910 год. 1910 год.
Передайте привет Санкт-Петербургу. Привет, Питер. Питер, слышали? Вас Сибирь любит. Поняли? Вот это музей. А это мэрия города Новосибирска. Учитесь. Просто они говорят, что они спорят. Зря вы спорите, Питер. Они спорят, что они центр России. Вон точка, центр России. Вон та часовня. Сейчас я вам докажу. Показал, да? Вот краеведческий музей, родные. Вот он. Через дорогу от музея. Камерный зал филармонии. Это Первомайский сквер. Летом тут весело. Вот сейчас здесь светится фонтан, а летом здесь прям фонтан. И на день ВДВ здесь много желающих искупаться. А сейчас вот, ну, в фонтане ребятишки балуются, бегают. Папка на саночках, он ждет их, они бегают там. Классно. Вот это здание прямо от меня всегда назывался гастроном под часами. Наверху были часы большие, сейчас их нет. Внизу гастроном, он всю жизнь там был. Сейчас там, конечно, в аренду сдают все. Это переход просто через Красный проспект. И мы сейчас идем к точке центра России. Вот стоит часовня. Слева площадь Ленина, которую мы прошли. Продолжается Красный проспект. И вот эта часовня. Я лично не замерял, конечно, ни рулеткой, ни циркулем. Но вот этот центр России. Точка вот здесь. Так говорят, так написано. Сам не мерил. Но то, что говорит весь Новосибирск, о том говорю я. Не буду спорить, может, там и в Красноярске что-то есть. Как говорят, что в Красноярске там где-то какое-то место есть. Ну, вот как-то так. Как-то так. А теперь мы идем в библиотеку областную, детскую, юношескую, передавать книгу Владимира Семеновича Высоцкого на французском языке. Ну, поскольку идем мимо, не решаясь пройти мимо, хочу показать. Это кинотеатр имени Маяковского. Ой, самый добрый концерт. А, это уже прошло. Ледяная сказка тоже прошла. Вот кинотеатр Маяковского. Такой он много-много лет. И мы передвигаемся дальше. Вот к красному кирпичному зданию. Это и есть детская юношеская областная библиотека города Новосибирска. Но-но. Вот это красное здание. Вот мы почти пришли.
нужно нажать кнопку, и нас выйдут, встретят. Как-то так. Оказывается, я пошел не в ту дверь. Здравствуйте. Мы к вам в гости. Скажите что-нибудь Санкт-Петербургу. Вы их любите? Здравствуйте. Мы вам книжку принесли. Вас предупреждали? А, вы подарок принесли, да? Вы Михаил, да? Нет. Меня зовут Игорь. Я из Санкт-Петербурга. Я... Мы с директором созванивались. Смотрите, я вам сейчас презентую. Книга о Владимире Семеновиче Высоцком на французском языке. Ничего себе, спасибо большое. А, смотрите. Родные, я попал в библиотеку. Да, здравствуйте. Я передаю. Да, передали вот эту замечательную книгу, которую мы очень рады получить в подарок. Вот, благодарим. Книга Высоцкого на французском языке. Ну вот так мы с вами пробежались по Новосибирску немножко. И подарили книгу. Вот, из нашего домашнего архива. Всем хорошего вечера, хорошего дня. Добавляйтесь к нам на канал, ставьте лайки. И если нужна экскурсия хорошая по Новосибирску, пока я здесь, у меня есть немного еще времени, пишите. С Богом!